Так, это у нас Юпитер. Юпитер, 30 августа 2020 год, Харьков, 19:30 по Киеву ровно. Эксперимент был посвящен съемке тому, чтобы глазами увидеть на сумеречном небе Юпитер. Вот я его увидел 19:30, был он, вероятно, виден и пораньше. Но я его смотрел чуть-чуть не там, чуть-чуть не на той высоте. Спутников не видно. Настройки автоматические. Я полосы вижу. И видно спутник. Ёлки-палки. Справа, вон, сейчас за край экрана. Поставил специально автоматические настройки, потому как заметил. И слева вижу спутники. Вот это класс. Слева от Юпитера два спутника вижу. Полосы вижу. Почему поставил автоматические настройки? Потому что именно с ними получилось одновременно снять и спутники, и полосы. Так, сейчас, наверное, просто в кадре не поместится. Каллисто, вот спутник один вижу. Это, скорее всего, Ганимед. Он посередине экрана смещается вправо. Каллисто значительно правее в данный момент находится. Ну, прекрасно. Полосы. Ну, я даже их на экранчике вижу, на маленьком. Я надеюсь, что на большом мониторе будет видно вообще великолепно. Раз спутник один только справа вижу, где Каллисто. Ладушки. Значит, скоро увидим и Сатурн. Ну, видно, вот здесь, кстати, хороши еще автоматические настройки тем, что яркость светового дня, или уже сумерек вечерних, она передается вполне объективно. При пониженных настройках светочувствительности все-таки гораздо темнее все вокруг кажется. А тут у нас все так, как есть. Ну, вот, это уже третий дубль. В первом я снимал только Луну. Не было видно еще Юпитера. И очевидная разница между тем, как была видна Луна всего 20 минут назад, более низко над горизонтом, через плотные слои атмосферы мы на нее смотрели земной. Вот у нас поднялся сейчас снизу экрана круглый абсолютно кратер Платон, 100-километровый. Удобнее ему замерять. И сейчас внизу будет кратер Аристарх. Сатурн я еще глазами не вижу. Где Аристарх? Вот он, Аристарх. Да, пускай он сам влезает на воду. Абсолютный штиль, чистейшее небо. И чем выше от плотных слоев атмосферы уходит Луна и Юпитер, тем лучше нам видно все детали. Ну, видно, как колеблется воздух, это земная атмосфера. О, а вот и Аристарх слева в углу. Какой красавец. Практически на линии терминатора находится. На пересечении, где встречаются свет и тень. Очень классно. Ладненько, сейчас я с низкими светонастройками поснимаю, пока еще достаточно светло. А сейчас у нас 19:34 по Киеву, в Харькове, 30 августа 2020 год. Да,
Юпитера 660 миллионов километров, до Луны 390 тысяч километров. Какая ж ты у нас красавица. Скоро будет Сатурн. Сейчас сниму четвертую дубль, то же самое, на низких настройках светочувствительности.